Китай осуществил запуск космической научной лаборатории «Цингун-2» с космодрома в северо-западной провинции Ганьсу. Модуль доставлен на орбиту в 380 километрах от Земли, где запланировано проведение ряда экспериментов. В частности, на борту лаборатории находится самый крупный в мире высокочувствительный детектор гамма-излучения, разработанный совместно инженерами КНР и Европейского космического агентства. КНР реализует комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собирается ввести в эксплуатацию в 2022 году.